Управляющие компании будут выставлять счета за квартирантов. Новые поправки в жилищный кодекс не просто дают обслуживающим организациям право проверять квартиры, а даже обязывают составлять подтверждающие это документы. Причем акты после проверки полицейских будут являться основанием для того, чтобы выставить хозяину квартиры счет за потребление ресурса, в частности, холодной и горячей воды. Отмечу, это касается только квартир, которые не оборудованы приборами учета.